Навіть дуже дивно, що поруч з такими іменами існує титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBC у першій легкій вазі. Звикли ми до того, що... Ну, от, настає момент істини. Ми чекаємо виходу головних фігурантів сьогоднішнього вечора, головних героїв. Еріка Мораліса і Мені Пакіяо. Итак, друзья, я снова приветствую вас в Лас-Вегасе. Томас и Макс Центр. Главное событие сегодняшнего вечера, а многие считают чуть ли не главное событие года, бой. Эрик Моралес против Мэнни Пакьяо. Третья часть трилогии. Эрик Эль Терибле Моралес. Легенда мирового бокса. Что бы сегодня ни произошло, он останется в истории. Мы это много раз говорили. Эрик Моралес. Что-то будет сегодня. Многие предрекают, что это будет конец его карьеры. Моралес дважды встречался с Мэнни Пакьяо. Мэнни Пакьяо, которого считают просто карой божьей для мексиканских боксеров. Потому что Мэнни Пакьяо сделал то, что не удавалось практически никому. Он победил всех главных мексиканских звезд в своей весовой категории. И одной из самых ярких звезд – это Эрик Моралес. Но не будем забегать вперед, просто вспомним статистику. Две встречи. Первую выигрывает Эрик Моралес. В расчетливом, здорово выстроенном тактически бою Эрик Моралес был победителем. В матче-реванше Мэнни Пакьяо разгромил Моралеса. Просто разгромил. И вот сегодня гранд-финал. Большой финал этой войны. Вот он, Мэнни Пакьяо. Филиппинец, автор сенсаций, о которых я уже говорил. Да, дважды был чемпионом мира, но вы знаете, чемпионские титулы, мы знаем им цену. То, что сделали Моралес и Мэнни Пакьяо за свою жизнь в спорте, это гораздо выше любого чемпионского титула. Филиппинская суперзвезда Мэнни Пакьяо. Человек, который разгромил Марко Антонио Барреро, а потом Эрика Моралеса. Что-то будет сегодня. Быстрый, невероятно жесткий и напористый левша Мэнни Пакьяо. Боец, которого просто невозможно остановить. Или расчетливый, хладнокровный математик ринга Эрик Моралес. Мэнни очень опасный боец. Впрочем, то же самое можно сказать, а вернее, можно было сказать об Эрике Моралесе. За плечами Эль Терибле
Эрика Моралеса длинная, блестящая и очень тяжелая боксерская карьера. Он был участником стольких тяжелых, невероятно тяжелых для себя боев, что, пожалуй, многие считают, что он уже истратил весь свой порох. В то время как Мэнни Пакьяо на пике своей карьеры. This bout is dedicated to the memory of a true friend of boxing. He was president of the European Boxing Union and for 30 years executive vice president of the WBC. Rest in peace, Рубен Мартинес. This is the main event of the evening. Да, увы, друзья, Рубен Мартинес в течение 30 лет возглавлял Европейский союз, боксерский союз. Он умер, и этот бой посвящается его памяти. Доктор Тони Аламо, экзекутив директор Кит Кайзер, World Boxing Council president Хосе Сулейман, at ringside. The three judges scoring this bout are Guido Cavalieri, Dwayne Ford, and Glenn Trowbridge, and inside the ring, the man in charge of the action at the bell, referee Vic Draculich. Vic Draculich, третий человек в ринге сегодня, рефери. And the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Поистине, тысячи людей здесь, в этом зале, на этой арене Томас и Мак Центр, и миллионы, без преувеличения, которые сейчас смотрят вот эту нашу трансляцию по всему миру. Для них, конечно, это событие. 48 побед, 34 нокаута, 4 поражения. Эрик Моралес. Вот весь его послужной список, вся его боксерская судьба в этих цифрах. And across the ring, fighting out of the red corner, wearing white with flame. Official weight, also 129 pounds. His professional record, 42 victories, including 32 knockouts with 3 defeats. 42 победы, 32 нокаута, 3 поражения, 2 ничьи. Мэнни Пакьяо, Филиппины. Двукратный чемпион мира в прошлом в разных весовых категориях. Супер фетервейт чемпион Мэнни Пакьяо. Мэнни Пакьяо по кличке Пакман. Визнаний у 52 країнах. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, обраний світом. Да, такой звезды на Филиппинах не было со времен Габриэла Флэш и Лорде. Но это были 60-е годы. Again, I want to caution you. Any punch below this point is going to be called low. Многие задались вопросом, не погорячился ли Эрик Моралес, согласившись на этот третий бой. Он очень плохо выглядел в предыдущем бою, когда его остановил Мэнни Пакьяо. Но эксперты говорят, что Эрик Моралес болен той же болезнью, что и великий Хулио Сезар Чавес. Некоторым пренебрежением подготовки к бою. Особенно в зрелом возрасте. Ну так и Эрик Моралес сейчас уже в зрелом возрасте. Как надо действовать против Мэнни Пакьяо?
Спор экспертов – это очень забавная вещь, если почитать, что они там наговорили и насоветовали. Я думаю, что лучше этих двоих никто не знает, как надо действовать. Расчетливый, хладнокровный, уверенный в себе, невозмутимый Моралес и бурый натиск. Это то, чего следует ожидать со стороны Мэнни Пакьяо. Мэнни очень опасный боец, я уже говорил. Обладает очень сильным ударом слева. И, в принципе, когда с ним такой человек, как его тренер Фредди Роуч, который сделал из примитивного довольно левши бомбардира очень интересного, хорошо технически оснащенного и разнообразного бойца, Мэнни Пакьяо сейчас, конечно, реальная угроза. Я бы даже сказал, доминирующая сила в этой весовой категории. Насколько сейчас готов Эрик Моралес, от этого многое будет зависеть. Мы уже много раз говорили о том, что боксер-то тратится не от возраста даже, а от количества тяжелых боев, которые у него за плечами. Вот в этом недостаток Моралеса. Давайте вспомним хотя бы его бесконечную войну со своим личным врагом Марко Антонио Баррера. Он, конечно, измотан. И кроме того, не надо забывать поражение от Захира Рахима. Все это, в общем, откладывает свой отпечаток. Но тут, поскольку оба они знают друг друга очень хорошо, никто не тратит время зря. И бой начинается очень плотно. Если раньше Мэнни Пакьяо горячился в бою против Моралеса, особенно в первой их схватке, то сейчас это спокойный, уверенный в себе боец, знающий силу противника, с которым ему приходится сейчас иметь дело. На ваших экранах краши чемпионские поединки с участием від компании Немира. Кто-то из обозревателей сказал, что вот этот бой положит конец карьеры либо того, либо другого. А по части Моралеса я, пожалуй, соглашусь. Но Мэнни Пакьяо, даже если он проиграет, я не думаю, что кто-то откажется видеть снова Мэнни Пакьяо в ринге. Да, Моралес потерял кое-что все-таки. Вот так нарваться на перекрестный удар справа у левши, прежде что-то за ним это не замечалось. Да, возраст, тяжелые бои в прошлом. И в связи с этим потеря скорости – это решающий фактор в этом бою будет. Моралес и раньше-то не отличался высокой скоростью в бою. Но его расчет времени, умение точно вычислить момент, вот как сейчас, и дистанцию, с которой можно успешно действовать, они вообще были превосходны.
Все прекрасно понимают, что нельзя пускать Мэнни Пакьяо в длительную атаку, потому что после этого уже невозможно остановить. Он даже удары пропуская, все равно идет вперед. А боксер это очень опасный, бьет с обеих рук, многоударные, его комбинации просто разящие. И попасться под его маленький, но невероятно жесткий стальной кулачок, это смерти подобно. Он панчер, он знает силу, знает свою силу, силу своих ударов. И потом он невероятно вынослив. Да. Как жаль. Как жаль, что чемпионы, звезды стареют. Это был очень неприятный левый удар. Моралес отличался потрясающими нервами всю свою жизнь на ринге. Боксер, которого невозможно морально сломать. Невозможно. Да, тут уже не до тактики. Сейчас идет просто открытый бой. Открытый. Пан или пропал для каждого. Теперь вы понимаете, почему этого боя так ждали. И почему многие считают, что это бой года. Да, можно полюбоваться Мэнни Пакьяо. Он свеж, он сфокусирован, настроен. И у него пушечный удар. Вот вам и подтверждение. Спонсор трансляції «7 плюс сім'я». Перша в Україні кольорова телевізійна програма. От положения бил Пакьяо. Моралес пропускает атаку противника. Честно вам сказать, я не вижу разницы в росте. Ну да, по статистике она есть, но учитывая, что стоят они примерно одинаково, чуть подсаживаясь, не видно, что уж Эрик Моралес настолько выше противника. Каждый действует на грани падения, но большему риску подвергается, по-моему, все-таки Моралес. Очень многие советовали Эрику Моралесу идти вперед с первого же раунда. Да, друзья, печально это видеть. Печально. Но похоже, что правы были те, кто предрекал конец карьеры великого мексиканца в этом бою. Thank you.
Тут нечего комментировать. Пакьяо идет просто на обострение и рубит, просто рубит противника. Моралесу ничего не остается, как идти в клинч, хватать и держать. А учитывая, что мексиканец уже не обладает прежней скоростью удара, то даже то удачное попадание, которое ему вот мы сейчас видели в предыдущем эпизоде, оно никак не повлияло на исход. Похоже, это разгром. Разгром. Святобоксу від Німіров. Перемагай з нами. Слов нет. Я думаю, Мэнни и сам не ожидал, что так быстро все это кончится. Перед ним была легенда мирового бокса. Эрик Моралес по кличке Эль Террибле, ужасный. Эрик Моралес, боксер, которого уважают все, даже его противники. Вот, видите, пришел Мэнни. Поблагодарить поверженного противника. И это был снова хлесткий, точный удар слева. Ни малейших шансов не оставил Пакьяо своему противнику. Так закатилась звезда Эрика Моралеса. Как ни жаль, но это естественный ход событий, очевидно. Это просто смена поколений. Для многих поклонников великого мексиканца это драма и даже трагедия. Но что поделаешь, слишком хорош, слишком силен и намного более молод Мэнни Пакьяо. The end comes in 2 minutes 57 seconds of round number 3. The winner by knockout victory. The fighting prize. Всего лишь 3 раунда потребовалось Мэнни Пакьяо, чтобы расправиться не с кем-нибудь, с Эриком Моралесом. Победа техническим нокаутом. Мэнни Пакьяо по кличке Пакман. Ну что, друзья, это поистине бой года.